Читаем статью. Американские журналисты рассказали, чего боится Трамп. А он боится того, что может проиграть очередные президентские выборы на фоне пандемии коронавируса. Особенно американского лидера беспокоит возможная вторая вспышка заболевания COVID-19, прогнозируемая экспертами на осень 2020 года. Ну, это так, эксперты прогнозируют, а я вот, как говорится, прогнозирую, вернее, вижу ясновидение, что к тому времени будет вакцина. Хотя, в общем-то, как бы США, в общем-то, известна вакцина. Но сейчас выставить ее США просто не может. Тогда их, как говорится, за одно место сразу возьмут. А вот к тому времени, ко второй волне, в общем-то, будет вакцина. Она будет и не только в США, она, в общем-то, и в России будет. Поэтому со второй вспышкой уже будет, как говорится, полегче. Я просматривала ровно через год, следующий год, вот это же теперешнее время. Увидела, что людей много на улице, как бы, ну вот, девушки, вот как, ну как вот, руссконародный ансамбль, вот этот вот, русский народный ансамбль, вот этот вот, ну вот как бы, как-то они вот пляшут, все-таки, и тогда, когда я просматривала, соответственно, через год это были бы, в общем-то, праздники, поэтому, в общем-то, ничего такого страшного я не увидела. Выходит, что, то есть, с пандемией, в общем-то, справится, с коронавирусом справится. Конечно же, эта болезнь останется уже как грипп, как пневмония, но, по крайней мере, от нее будет вакцина.